Привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Ура, 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 приехала ко мне посылочка. Моя Минечка, это Тайсука Кобальт. Моя мечта сбылась наконец-таки. Вот, и я вчера только ее распаковала и дала подышать. Немножечко согреться после поездки. К счастью, по-моему, она не успела сильно приморозиться. На улице была плюсовая температура. И первым делом хочу поблагодарить Дашеньку. Щербак, Дашенька, спасибо тебе огромное за такую миниатюрку, Минечку. Вот, по сравнению со спичечным коробком, совсем маленькая. Не знаю, сейчас видно или нет. Сейчас, вот так. И вот так стаканчик. По сравнению со спичечным коробком, как торфяной горшочек, вот. Это превосходнейшая Минечка. Она просто супер обаятельная. И мы вчера, когда распаковали посылочку, запах был такой шоколадно-ванильный. Приятный аромат. Я была очень приятно удивлена, что она еще и пахнет. Первым делом это муж заметил. Вот. Конечно, эмоции сейчас переполняют. В душе просто ураган счастья. Вот. Дашенька, спасибо тебе огромное. Процветание, расширение, побольше клиентов, как всегда. Ну и приятных эмоций от своей работы. Вот. И спасибо тебе за то, что вчера ты мне пожелала процветания и долгих-долгих лет жизни этой растюшки. Ну, я надеюсь, все будет в порядке. Единственное, что вот сейчас я уже вспомнила, начала ее размачивать торфяной горшочек перед посадкой. Вот, благополучно мы уже начинаем переезжать в другой горшочек постепенно. Вот, ну, в общем, вся посадка я наверняка уже не буду показывать. Вот, растюшка, конечно, изумительная просто. Вот. Сейчас попробую поближе показать. Какая она красавица у меня. Вот такая вот Минечка. Замечательные цветочки, если кому видно, надеюсь, всем все видно. Вот так вот. И тоже такой темно-темно-бордово-черный присутствует цвет. Я в последнее время начинаю уже больше любить миниатюрные орхидейки, они места меньше занимают. И у нас еще вот такая вот радость. Дашенька, спасибо тебе огромное за вот эту вот растюшку еще и с деткой. Вот. Мы будем жить, развиваться, адаптироваться и восстанавливаться после поездки. Ну, а на этом я хочу завершить наверняка свой показ.
Не знаю, буду дальше показывать посадку или нет. В принципе, там все просто. Удаляем торфяной горшочек. Вот, маленький я горшочек приготовила, но я боюсь, что он совсем не подходит. Придется искать что-то другое. Вот. Ну и у меня, как всегда, два варианта. Либо классическая система с дренажными отверстиями горшочек применять, либо же закрытую систему. Вот, если я сейчас найду вазончик, потому что я уже много орхидеек посадила в закрытую систему, и не помню, у меня осталась еще вазочка или нет, пиалочка. Вот, в растворчике сейчас приготовлена янтарная кислота НБ101 для адаптации, укрепления иммунитета и все, что нужно для растюшки, хотя при заморозках и холодных прогнозах обычно применяют эпин. Вот. Ну, я решила немножко эпин заменить НБ101. Вот. И он очень даже хорошо помогает в плане адаптации растений и также развития в дальнейшем корешков. Это тоже очень хороший препарат, стимуляция для корней. Вот. Сейчас у нее корешки в стадии развития, я заметила некоторые. Молоденькие корешочки, вот. Молоденький корешочек в стадии развития. Вот. Ну и, соответственно, вот этот торфяной горшочек мы будем удалять. Вот. Растюшка, конечно, бомбовская. Она по внешнему виду замечательно выглядит. Никаких изъянов, ничего нет. Вот. Глядя на нее, я начинаю вспоминать малюток, который покупала подростками орхидейки. Вот. И уже начинаю вспоминать о том, как я их получала, вот, как я с ними обращалась. И, естественно, я этот торфяной горшочек буду удалять. Вот наша детка прикорневая. Вот. Так, чтобы корни не поломать, это, соответственно, нужно делать с пинцетом. Кстати, у детки уже там есть корешочек развивающий. Вот корешочек маленький. Так, где же он? А, вот он. Вот корешулька. Совсем манюхонький корешочек. Ему, наверное, уже 3 миллиметра. Он очень огромный. Вот. Я просто сейчас кусочек торфяного горшочка вот отломила и увидела, там у детки тоже есть пару корешков. Она уже как почти самостоятельное растение, но сидит при этом на мамке. Разделять, конечно, я не буду ничего сейчас. Ей нужна обязательная адаптация. Это как минимум 1-2 месяца, а то и 3. Хотя растюшки быстро приживаются, адаптируются. Сейчас впереди тем более весна. У нас все впереди, как говорится. Я думаю, что мы долго не засидимся на одном месте и будут уже какие-то результаты ближе к марту месяцу. Также у меня будет посадка, как всегда, с кокосовыми чипсами, с сосновой корой вперемешку, с мхом. Вот. Ну и полив раз в неделю, как это обычно делается. Но при том, что батареи жарят, приходится иногда маленькие орхидейки и в той же закрытой системе увлажнять 2 раза в неделю, что касается поверх мха. Мох очень сильно пересыхает, поэтому приходится его легонечко увлажнять, так чтобы не залить растение, потому что мы часто сталкиваемся с желтизной той же шейки, вот, тех же листиков, вот, и также пожелтение бутонов и сбрасывание их. Вот. Ну, что еще могу сказать по этому растению? Конечно, я очень довольна. Вот. Я уже давно ее хотела приобрести. И недавно я наверняка уже осведомляла вас о том, что я заказала ее. И кое-кто мне в этом помог. Вот, приобрести ее и вас желать, как говорится, очередную мечталку свою. В общем, радости, конечно, нет предела. Такая вот у нас радость приехала. Вот. И у меня теперь будут 3 похожих минички. Это Black Treasure, Black of Sturt
Обстурд и вот это Тайсука Кобальт. Они действительно друг на дружку похожи, хотя и расцветка немножко разная, и форма листа, и форма цветка самого. Вот, красивая обаяшка, конечно. Тоже с желтенькой окантовочкой по цветочку. Вот такая вот у нас красотюшка. Свет немножко забеляет, конечно, и ну, она, конечно, маленькая-маленькая птичка, прям как колибри. Вот, в руках держишь, это такая миниатюра, боишься как бы не сломать. Вот, ну, на этом я, наверное, завершу свой показ. Соответственно, в начале видео я предоставлю фотографии, где я заказывала, как я заказывала. Если кому интересно, я в комментариях уже отвечу, либо под видео в описании скину ссылочку, где я приобретала. Но эта девочка работает только по Украине, поэтому кому, девочки, интересно, если еще Растюшка есть в продаже, наверняка, и также у другой девочки я вчера наткнулась, увидела, что есть тоже в продаже эта орхидейка. В общем, все предоставлю, все, что вспомню, все, что знаю, все предоставлю. Ну, а там уже остается выбор за вами. Спасибо всем за комментарии. Ставьте лайки, кому видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик. А также поставить галочку об уведомлении моих новых видео. С вами была Сытник Нона и мой канал Floral Dream. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всем пока-пока.